увидел, как работают люди с чертежами. Мне это все стало интересно. И я решил, поступлю в политех. Я работаю в школе преподавателем танцев. У меня есть тоже таланты свои. Танцую, пишу стихи и думаю, то, что это мне поможет занять призовое место, даже если я не выиграю. Танцую с 5 класса, 11 лет получается уже. Вот. И очень-очень люблю танцевать. Конечно, очень много сил на это тратится, очень сильно устается, но ради любимого дела готова на все, в принципе. Нет паники, но волнуешься от того, что, может быть, где-то там накосячишь, сделаешь что-то не так или не так, как ты именно хотел. Мне кажется, ничем от других не отличаюсь. Мы все-таки прям молодцы, все стараемся, делаем, ходим на репетиции, устаем безумно.